Доброго времени суток, дорогие детишки. Что же мне так никто и не подсказал, что тут, оказывается, вот он, сейф-то. А я, понимаешь ли, фигнёй тут страдал. Ну, ладно, я перебью заново этих мудаков. Так уж и быть. А может и нет. Посмотрим. Эта хрень открывается. А я сюда ходил? В прошлый раз. По-моему, да. Только я не помню, зачем. Ну да. Так, мне надо было какой-то... Найти какую-нибудь хрень, которую можно вставить в колесо, чтобы оно не вертелось. И почему оно не откроется? Вот бы узнать. Стоп, а где... А куда делся... люк? Он закрылся за мной? Типа это вот это он? Шикарная композиция. Так, а здесь что было? Я... Ну, если я могу пройти сюда и не ну, как бы нельзя вернуться обратно, то говорит, скорее всего, о том... Это, скорее всего, говорит о том, что мне там ничего и не надо. Уааа, что у меня с сенситивитью? Ёп! Как ты мне надоел, кто бы знал. Шейд, ты один. Вас же вроде больше было здесь. Ни черта не вижу все еще из-за дыма. Так лучше. Я почти попал. А, ну да, это... Кто там меня пытается найти? Они типа внизу, да? Ага, ну удачи тебе. Парниша, я-то там пройти не могу, значит и ты тоже. Так, ну это мы уже видели. Ну ничего страшного, посмотрим еще раз. Да-да, Рамона, Рамона, бла-бла-бла. Бу! Ой, зачем так ярко? Прекращай. Может тут кусок дубинала где-нибудь я пропустил? Или какую-нибудь железную трубу? У меня нет железной трубы. У меня нет железной трубы. А почему у меня нет железной трубы? Пацаны. An ugly stone statue. It suits the place. Да уж. Эта дверь как-то наглухо замурована. Так, а здесь у нас была вот эта штука, которая не пойми зачем. The large mural is engraved with text from some ancient language. И шкатулка, которая не нажимается. А это... Да? Странно, а почему она тогда так... Если в ней нет ничего интересного, почему она так криво висит? Я где-то нож, кстати, находил, насколько я помню. Он, оказывается, для стелса, типа, используется, блин. Кто бы мог подумать. А, ну да, кольцевая догадался Штирлиц. Как обычно, впрочем. Да. А там было дальше-то все закрыто. И чё, мне это все дает? Все еще ничего. По сравнению с прошлым эпизодом ничего не изменилось. Иди ты в пень. Ау. Снайпер до хера? Не трясите экран. Выходи по одному. Стань где-нибудь так, чтобы я тебя видел. Например, вот так. Давай, до свидания. Упс. Так, лучше. Что, еще кто-то там остался? А, точно остался. Так, а тебя мы как примем? Ой. Например, вот так.
Да я понял, что тут заблокировано все. А ну да, там эта дурацкая дверь. А пройти я с этой стороны не могу? В принципе, как бы... Ага! Шикарная композиция. Перестаньте. Так, здесь эта дверь дурацкая была. Круто. Ваза вообще декоративная со всех сторон. Так, ну хотя бы я теперь могу вернуться сюда. Что мне, впрочем, ничего не дает. Совершенно. Где-то я книгу там какую-то находил. И типа дневник какой-то. Где это было-то? Кто бы помнил еще. А, да, и полку. Не надо эту дверь. Я вообще вот эту дверь трогать пытаюсь. Зачем эту закрываешь? Где эта полка дурацкая была? Че, правда что ли? Может, ты ее все-таки откроешь? Ага, вот тесак, а вот и полка, да. Да, круто, только я в прошлый раз нихера тут не нашел, кроме... Как раз дневника, по-моему. Ну, я надеюсь, сейфом я не могу воспользоваться без того, чтобы узнать код. Он сам так и говорит, типа, у меня кода нет, поэтому нахер. Скажем, дружно, нахер нужно. It won't budge. It's a hidden passage. Да что ты говоришь? А, ну да, и этот проход мне ничего ровным счетом не дает. Ага. It won't open. Да. Где же этот журнал-то находил? This large table is most likely a meeting place for the esoteric order. Ну да, что ты говоришь? Это говорит место в сходке. Сходки. Это, а, отсюда я пришел. Ну да. They're just old storage shelves. Ну ладно. Раз уж я здесь, можно сохраниться. Где там эта книга? Где там эта книга дурацкая была? А, ну хотя бы у меня ко мне пришло понимание. Я добыл ключ в этот склад. Я вообще не рядом с дверью. Какого хрена? It's a small stone plaque engraved with text from some ancient language. Так, ну эти таблички это явно все-таки силовое поле, но мне это ни черта не дает. Пока что. Где там эта книга дурацкая была? В какой-то из этих комнат, в какой? Что-то я вообще не помню. Где там этот... Что? I'll need to decipher the symbols to understand it. А? Что? А почему ты сейчас... Вдруг этот скрипт, сука, включился? Гидра, блин, да. И что Ктулху? Ну и Ктулху, и Ктулху, и чё, блин? И чё, блин? Чё, блин? Блин, кто, блин? Ты, блин, гоблин. А, вот она. Нашел. Так. Где она там? Генерал Левиденс. Так, давай, бла-бла-бла, цифры. Кроме 1878, ничего там нет. Ты закрыта или открыта, не помню. Открыта. Так, сейф теперь мне нужен. Сейф, проверить сейф. Сейф. Сука, кто такие слова-то идиотские придумывает? Сейф. Эти, блин, короче, америкосы, вообще никакой пользы от них, блин. Хрен, блин, вот у нас есть Борис хрен попадешь, а у них есть, я не знаю, Билли хрен выговоришь. Или что-нибудь в этом роде. Где этот сейф был? Сейф, сука. Был. Где-то тут, на первом этаже же он был, да? Правильно? Здесь... Где? Вот он, да. Ага, значит, все-таки 1878. 1878. Хрен. Блядь. Um...
Блять. Фак. Да я понял, что я неправильно. О! Круто! Я всего лишь... Так, пистолет. Какой-то манускрипт. Что такое панапе? Ну, бери это все. Хватай, ёба. Так. Ага. Ага, ага, я понял. А я догон. Ага. Прелестно. И что еще я там нашел? Панапе какой-то? А где он? Панапе скрипчур. Так. Так, что он там нам говорит, этот панапе? Так, изначально этот манускрипт написал капитана Абнер Эзекииля, Эзекия Хоаг в 1734-м, где он описал свои встречи с каким-то странным культом на островах в Тихом океане. Так, Хоаг утверждает, что эти островитяне поклоняются и даже вот эти вот вещи делают со странными существами из моря. Так, и там повторяет ла-ла-ла-ла-ла. Так. Ага, есть целые главы, которые рассказывают о жертвах, которые приносят... как они по-русски, кстати? Как их перевели кто-нибудь? Знает в ктулхуанских мифов? Ну, deep ones. Типа, какие они? Глубокие, блин? Я не знаю. Как их перевели на русский язык каноническим образом? Подскажите мне кто-нибудь. Так. Что? А, ну да. То есть, если давать им жертвоприношение, то они отплачивают золотом. Окей. Так. Что-то там островитяне им рассказывали про офигенные подводные города. Прям XCOM какой-то. Terror from the Deep? Да, который не подчиняется законам геометрии и архитектуры человеческой. Прям как в очке ужаса. Так, некоторые легенды говорят о островитянах, трансформирующихся в этих жаб, как со временем, с возрастом. И как они будут жить вечно под морем, на дне океана. Так, самый крутой из дипвансов. Отец Дагон и мать Гидра. Похоже, охеренно старые. Возрастом это с того времени, как до того, как первый человек вообще встал на две ноги. Так. И главное, что это не какая-то примитивная история о загробной жизни, как все остальные религии в основном. Ну, в данном случае он имеет в виду, конечно, островитянские религии, но мы-то понимаем. Ага. Так, здесь ничего интересного для меня не написано, на самом деле. Так, а мне нужен был ключ. Ключберг. Так, а что там... Я смогу, интересно, с помощью этого... Вот этого вот... расшифровать эту странную надпись там на этой пластине белой, на этой плите. А. Надеюсь, что да, потому что палку я пока что так и не нашел, копалку. Так, где эта плита там была? Здесь, кажется, да? Ну, где-то тут за углом. Прелестно. Что-то мне подсказывает, что все будет не так просто. The prayer to Dagon reads: Bahuin and Kugnath, Fanu Nayemna, Vunag Lazai, Vunag Lazana Kul, I a Rigazengaro, I a Dagon. Ты не призови чего-нибудь неожиданного. Это все?
Окей. И теперь я знаю, кто Ухьянский? А что-то как-то сам-то... Сам-то Ктулху, похоже, не принимает участие во всей этой вакханалии. Тут чисто гражданин Дагон. Дагон, Прогон и Погон. Три брата-акробата. Один сержант, другой лопата. Тихо. Ну давайте проверим на одной из этих дверей. Понимаем ли мы что-нибудь в Ктулхианском? Это маленькая стена плака в Бехун и Кугнаф Фану Неемна. Луна Глазай. Луна Глазана Ков. Ай-а Райга Зенгаро. Ай-а Дагон. И что? Ха-ха! Мы понимаем в Ктулхианском. Ой, блядь. Ой. Да не нож ты доставай, сука. Достань что-нибудь оружие нормальное, ёпти. Поздно. Кто ж знал, что их там такая херова куча. Ну окей. Это уже радует. Это уже радует. Что хотя бы прогресс на лице. На лице прогресс. Так, правда, придется опять это все дешифровать. Где там эта хрень-то была? Ну ничего, дешифруем. Дешифруем. Блин, я пока этот пистолет долбанный нашел, блин, писец. Точнее, я его так и не нашел в итоге, конечно. Ну ладно. Вообще забавно, как он быстро... The prayer to Dagon reads, да-да-да-да. Ahuin and Kugna, не надо мне повторять 10 раз. Vuna Glazai, Vuna Glazana, блин, ты таким макером точно Дагона призовешь, но нам нахер не надо, блин. Я тебе скажу по секрету. Так, но дверей... А, бля, фак. Я так понимаю, здесь надо более серьезную молитву. Вот в этой двери. Очевидно. Being this close to the doors is making my head pound. Шикарная композиция. Ой, давай вот без этого, блин. Стоп, а тут только одна дверь? Я, по-моему, несколько таких дверей видел. Как минимум две вот таких. А где я еще одну видел? Я, честно говоря, что-то не помню. It's a small stone plaque engraved with Tepehuin and Kuna. Anunayuna. Luna Glazai. Ждать каждый раз, как ты, пока ты там пухнешь, блин, эту молитву, блин. Да-да, Ктулху в Таган, давай, жги, блин, быстрее. Я хочу кому-нибудь показать фокус. Фак. Слышь, патрульный, вали нахер. Я тут стелс, короче, буду устраивать суровый. Стелс-пехота. Так, а второй? Не ходи сюда! Ах ты, сука, блядь. Ну ладно. Не получилось. Да, определенно не получилось. Не получилось, стелс-пехота, как, впрочем, и всегда. Учитывая, что они дебилы, делать там. Я здесь. Лохи. Есть кто живой, типа человек? Есть. Какая маленькая отдача у этого кольта. Так, а мне надо вот туда нырнуть. Блять. Гильчитай, открой, сука, личико. Где он охерел? О, прелестно. Отлично. Супер! Теперь я смогу освободить Макки. И отдать ему пистолет. Очевидно. Так. Так. Это уже прогресс. А где мы палку найдем?
Ага, вот эта вторая дверь была. Я же помню, что она где-то была. А, мне надо как раз не сюда, мне надо на первый этаж. Все, ну теперь, ну хоть, ура! Я все понял. Надеюсь, с помощью Маки мы добудем палку-копалку, которую мы поднимем вот этой херню, вставим куда надо, кому надо, и все будет. Так, но сначала надо сохраниться, потому что... А давайте-ка заодно достанем дробовик. Что мне подсказывает что-то, что песики начнут выскакивать, короче, из своих камер охеренных. Так, а что я тогда подобрал только что? Это патроны для автомата были? Что это за коробка была? Я думал, это аптечки в больших количествах, а это... Нет. Не оно. Окей. Это... Типа, главный гад? Ну, хорошо. Я понял. Я все понял. Пускай будет главный гад. Капитан? Подожди, а капитана мы изловили или нет? Я что-то забыл. Не, он в итоге так и убежал, по-моему, да? Значит, это он, наверное, и вжу. И он превратился в какую-нибудь мега-жабу. Стопудняк, блин. Да пошел ты нахер. Так и знаю. Well done, Jack. Отлично сделано. Ты нашел, где церемония проходит? Ну, не совсем. Похоже, она где-то под землей проходит. И офигенный, короче, каменный диск закрывает вход. Мне нужна твоя помощь. Бен, это Данила. I need help. Мне нужен пистолет, да не проблема. Но, как бы, тут не надо быть охеренным гением, чтобы, блин, Шерлоком Холмсом, чтобы понять, чей это был пистолет. А, я понял. Маки будет вертеть-крутить эту штуку. Нам палка даже не нужна. Ну, то есть, как бы, в виде палки будет Маки выступать. Я все понял. Он будет держать, а мы будем бежать. Это даже стихи. Ты там? Он там. Шикарная композиция. Правда, я уже всех убил, поэтому зачем ему пистолет, я не знаю. Видимо, он потом прибежит нам помогать и сдохнет героически. О, здорово. Я вообще-то все здесь всех убил. Чтоб вы знали. А ему вообще похер, блин. Пацан к успеху шел. И пошел дальше. Не попал, лошара. Так, штука, крутящаяся штука. Опс. Теперь я тоже не попал. А теперь я попал. Так, ты сам догадаешься? Нет. Не догадается. А вот догадается ли он за мной пойти наверх? Стоп, или может быть нам лестницу освободили? Ну-ка давай посмотрим. Я что-то сомневаюсь, что им интеллект так хорошо прописали. Ни хрена нам не освободили. А какого ж хрена тогда? Ладно, будем надеяться, что он умеет лазать по лестницам. И открывать секретные двери. Раз пошла такая пьянка, то я тут еще раз сохранюсь. Ибо нефиг. А. Макет, ты там? Ну вот какие нахер лестницы? Он даже эту комнату сраную найти не может. Ты где застрял там? Мудила. А он со мной не хочет идти, какого? Он определенно за мной не идет, а как... What the f***? Damn it, I've lost Mackie. I better catch up with him before he gets into trouble. Охереть теперь, блядь. Вы, блядь, клоун... Вы клоуны, короче, так и знаете. Блядь! Сука, Маки твою в жопу, мать! Бля! Мудила. Парнишек. Офигенно! А ты свой пистолет по назначению использовать будешь? Правда, действительно, зачем я по лестнице пошел по этой дурацкой? Я же открыл все. Я же все открыл, блин, и сам что-то жду, блин, непонятно чего. Иди сюда, Маки, йо, крути, блин, верти. Окей, Маки, this is it. You raise the lid and I'll crash the party. Good luck, Jack. Шикарная композиция. Блин! Это ж надо так... Это умеет надо, блин, я не знаю. Парниша, блин, за всю игру больше, блин, короче, триллера навел, блин, чем эти все пацаны вместе взятые, блин. Окей. Была не дала.
О, сейф, отлично. Здоровенький булы. Ничего хорошего из этого явно не будет, но посмотрим. Посмотрим. Я все надеюсь, что это все к своему логическому завершению идет. Но. Что скрывается за дверью номер один? Мега-жаба, я так и подумал. А, три жабы, отлично. Прелестно. И как мы с ними справимся? Вообще-то я как бы пытаюсь идти вперед, но мне не дают. А что делать-то? Блять. Меня, сука, ветер задувает. Что-то какая-то не очень живучая жаба. Что-то ветер дохера сильный какой-то, не? Давай-ка мы подлечимся. Все равно уже, похоже, аптечки нет. Незачем экономить. Ха-ха! Главное подлечиться, мне ветер не мешает. У него там все пинты вот так вот. Должны быть. Я. Так, как мне ветер-то отключить, ёба? А, он сам отключился. Охеренно круто. Так. Это нам что-то дает? Прелестно. Что у тебя с головой, парниша, блин? То, что ты две жабы увидел, тебя, короче, испугало. Слушай, успокойся, ёба. В конце концов, блин, прими узбогоительное. Твою маму, это 8 раз. Что это за херня там? Не понимаю. Блять, я нихера не вижу из этого говна. Успокой свою бошку, мудила. Ты всех жаб перестрелял, короче, блять. И теперь тебе что-то не нравится? Идиот. Ага, догон. То есть вы вот так вот представляете себе догона, да? А что это за хрень? Что это? Окей. Я должен это запомнить? Обожди. Еще раз. Вот сейчас, блин. Так разбег возьму, блин. Так. Ща, блядь, все бросил, пошел запоминать, блин. Я сфоткаю, блядь. Прогресс. Прогресс он такой. Так. Следующий. Давай, давай, давай. Там какой-то столб. Ага. Шикарная композиция. Они хоть как-то отличаются? Да, как-то отличаются. Порядком. Блять, мутная фотка получилась. Вот это лучше. Так, третий кто там? Гидра, я так понимаю. Так, Ктулху. И столб. Столб и гидра, да. Шикарная композиция. Прелестно. Прелестно. Так. Так. Как мы это назовем? О, это же Трифорс, кстати, в середине. Зелда, и ты здесь? Так, глаз ромб Трифорс. Трифорс ромб глаз. Опять Трифорс? А, это та же фотка. Ромб Трифорс глаз. Окей. Видимо, это какой-то пазл. Шикарная композиция. Так. А почему все одинаковые? Только Ктулху другой. Почему Гидра и Дагон одинаковые? О, прелестно. Ага. Это действительно пазл. А что мне делать с этим всем? Ага, я понял. The doors are tightly sealed. Я понял. Окей. Я ползаю, что ли, до сих пор? Да. Так, это... Видимо... Some sort of secret code. Собрать это как-то можно? Так, как это вставляется? Это так. Ага. Так, еще раз. А это как вставляется? Поднять, блять, ее можно, нет? Symbols.
А надо ли мне это? Видимо, да. Так. Как эта штука? Так, это сюда. А это ее край. Так, это туда. Бля. Фак мой мозг, а? Блин, ну кто так делает? Или это сюда? Так, допустим, это сюда. Блин, почему нельзя поднять просто и вставить туда, блядь? Ну... Мне было бы гораздо проще. Так, если вот... Нет, так не получается. Или получается? Там еще куски как бы отлетели. Так, если так, то это самый верхний. Глаз. Ромб. Так, глаз, ромб, глаз. Это что за хрень? Трифорс. Глаз, ромб, глаз, трифорс. Это... И глаз, трифорс. Глаз, ромб, глаз, трифорс. Глаз, трифорс. Глаз... Ромб. Глаз. Трифорс. Глаз, трифорс. Глаз. Да это просто чудо какое-то новогоднее. Ну-ка, надо сохраниться на этой радостной ноте. Кстати, я таймер свой выключил или что? Что вообще происходит? Нет, не выключил. Ну, ладно. В принципе, пора бы уже заканчивать, но мне интересно, что за дверью все-таки номер 2. Жабу я уже видел. Что дальше? Что дальше? Давай достанем... Достанем Винторес. А что пишут? Ничего интересного, я так понимаю. Круто. Есть кто живой? Типа жаба? Ага. This plinth would have held the tablets of Dagon. Marsh must have taken them with him. Ага, я понял. Ага, я понял. Есть еще один эпизод. То есть мы... These must be old smuggling tunnels. Я слышу текущую воду. Какая прелесть. Я так понимаю, что это еще не совсем конец. Будет еще как минимум два эпизода. Один, где мы добьем Марша. А мы всплывать будем, нет? Или меня жаба вытащит. А второе, это когда мы с помощью таблички попадем либо на эти острова Мудаски, где все началось, либо тупо в рельеф. Прямиком к папке Дагону, блин. Hey! О. А может быть и нет. Вообще-то я, по-моему, под землей. Как... Что? Окей. Это типа береговая охрана. Ну и какого хера? Куда мы плывем? Вообще это ничего хорошего. От воды надо держаться подальше. Там жабы обитают всякие нехорошие. А, причем... Окей. Типа никто не знает, куда мы плывем, кроме капитана? Окей. Это шит. Jack, our friends in the FBI have been putting the screws on some of the locals. What? They're a crazy bunch, but all evidence points to a stronghold somewhere below Devil's Reef. Just 20 minutes ago, we lost contact with the sub that was patrolling those waters. Thank you, Officer Winter. Your last communication was just some garbled message about an underwater city. А, подземный город все-таки. А, это портал, наоборот, из которого мы выйдем обратно в этот... То есть вы хотите сказать, что главный герой выживет? Терзает меня смутные подозрения на этот счет. Да, действительно. Nonsense. Lieutenant, let's plan the landing in my office. Окей.
Good job, we spotted you. Waters around these parts are no place for swimming. Да что ты говоришь? А почему ты на жабу тут похож, блин? Слышишь, блядь? Ты мне, сука, в попу дышишь, блин. Чё все? Что это за судно, блядь, такое? У вас тут везде патроны раскиданы. А почему мне не оставили оружие? What the shit? Сейчас жабы полезут, как, блядь, блин. Похоже, все не так просто, как я думал, блин. И сейчас нам еще... Да, конечно. Сейчас нам еще по кораблю, блин, рассекать придется. Шикарная композиция. Мостик. Прелестно. А вот и сейф. Вот его-то как раз я и хотел. Окей. Военный корабль, но чувствую... И даже не один. Чувствую, нам это нихера не поможет. Вылезет тупо папка Дагон и всем, всех, конечно, натянет на гидру. Ну, а следовательно, прогресс, что не может не радовать. Все-таки я надеюсь, что эпизодов не так уж и много до конца. Хотя, кто его знает, эти старые игры такие непредсказуемые, блин. Всякое может быть. Но! Значит, на сегодня все. Шарьте лайки эти видео, оставляйте ваш фидбэк. Наши книги для жалоб и предложений, она же секция для комментов внизу. Как я пазл ловко решил. Да даже не один, а целых два. Подписывайтесь на канал, в общем. До новых встреч в эфире, граждане!